Объем транзитных перевозок через Казахстан неуклонно растет. По итогам прошлого года через территорию нашей страны было переправлено свыше 19 миллионов тонн груза. При этом на долю автомобильного транспорта пришлось порядка 20% перевозок. В целом среднегодовой прирост за последний год составил 1,4%. По словам эксперта, в этом году особое внимание планируется уделить развитию международных транзитно-транспортных коридоров. В частности, ожидается запуск крупнейшего проекта – торгово-транспортный мост «Азия-Европа», основная задача которого превратить Казахстан в крупнейший евразийский транспортно-транзитный хаб, объединив через нашу республику основные континентальные транспортные коридоры. В этом году также планируется развитие транзитных коридоров Казахстана. Мы сейчас активно развиваем такой маршрут, как ТНТМ. Буквально вот сегодня параллельно проходит соответствующее совещание с приглашением всех заинтересованных сторон, как и бизнеса, так и государственного сектора. Поэтому маршрут достаточно перспективен, достаточно конкурентоспособен и он клиентоориентирован.